Иду по тропинке, ля-ля-ля. Из школы иду домой к себе. Ну, точнее, в Виндовский дом. Всем привет. Привет, ДНР. Привет, Винденер, эксперт. Привет. Что ты такой грустный? Устал. Да за много задали. Да, там вроде 3-5 урока. В скобочках, наверное. Ладно. Ну, попозже сделаешь уроки, а сейчас отдохнешь. Окей. Windows. Ага, шо, в смысле? Что такое? Го в прятки. Я же сказал, я отдыхать. Так что Windows 20 века. Мне надо отдохнуть. Хэштег окей. Спустя 1,5 часа. Так, вроде можно приступать делать уроки. После ДЗ. Так. Надо отдохнуть. Извините. Мне скучно. Да, наверное. Ага, что? Где? Что Windows 20 века? Го в прятки. Извини, но я уже сделал домашнее задание, и мне нужно отдохнуть. Хэштег ног с Windows 95 NT4.0 поиграли. После играния. Так. 95 NT4.0. А что есть вкусненького? Извини, но я не знаю. ДНР. Да блин, что? Что есть вкусненького? Конфетка, батончик. Thank you. Да не за что всегда. ДНР. Что? Что? Что такое? Мне скучно. Можно, пожалуй. Давай, пожалуйста, поиграй. Извини, но. Иди. Играй. В другое. Место. Но ведь сейчас вечер, в принципе.
тогда, в принципе, порисуй. О, спасибо за идею. ДНР, что? Боже мой, как я устал. Пойдем, я тебе, ну, я сейчас тебе принесу. Какую оценку ставишь? 7 с минусом из 10. Почему? Хэштег лучше закрашивай. И побольше делай. И по линейке. Ну, побольше делай рисунок. Ну, или такого же размера, а не как красная, очень низкая. Спустя полчаса. ДНР. Что? Это последнее, если что. Иначе уйду к себе домой. Последнее мне говори. Что я хотел сказать? Ну, одно сказать и один вопросик. Вопросик. Ты отдохнул? Нет, я вообще могу заснуть. А, тогда я тебе не буду говорить это. Просто хотел с тобой во что-то поиграть. И да, ребята, не волнуйтесь, еще будет вторая серия. Всем удачи и всем пока.